день зимой. Январский день 42-го года. Моя подруга шла с детьми зимой. Они несли с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек. И подошел к ним человек в шинели и вынул хлебный свой паек, 300-граммовый, весь обледенелый. Разломил и детям дал чужим, и подождал, пока они поели. И мать, рукой серую как дым, дотронулась до рукава шинели. Дотронулась, не посветлев лице, не видал мир движения благородней. Мы знали все о жизни наших армий, стоявших с нами в городе в кольце. Они расстались, мать пошла направо, боец вперед по снегу и по льду. Он шел на фронт, на Нарвскую заставу, от холода качаясь на ходу. Он шел на фронт, мучительно паясь, стыдом отца, мужчины и солдата. Огромный город умирал за ним в седых лучах январского заката. Он шел на фронт, одолевая бред, все время помня, нет, не помня, зная, что женщина глядит ему во след, благодарит, не укоряя. Он снег глотал, он чувствовал с досадой, что слишком тяжелеет автомат. Добрел до фронта и попал в засаду на истребление вражеских солдат. Теперь ты понимаешь, почему нет армии на всей земле любимей, нет преданий ее народу своему, великодушней